Приветствую всех на моем канале, с вами Ирина. И сегодня я хочу вам показать готовую мою работу одну. В одном из видео я вам показывала обзор на пряжу каскад из Троицка. Здесь кеточка маленько порвана. Но оставлю я ссылку на обзор этой пряжи. Вот из этой пряжи я дочери связала кардиганчик. Вот такой он у меня получился с воротничком. Это вот спинка. Вот так. Вязала я регланом сверху. Рукавчики немножко подвернула. Ну, их можно отпустить. Он получился после стирки. Чуть-чуть вытянулся, большеват. Но это не страшно. Ребенок растет. Рукавчики можно завернуть, пока потом отпустить. Фотографию, как получился кардиганчик на дочь, я вставлю. Посмотрите. Ушло на этот кардиган у меня 3 мотка и еще чуть-чуть. Чуть-чуть, это вот на воротник, там буквально совсем немножко. Вязала спицами номер 4. Пуговички такие вот пришила. Планочку вязала сразу вместе с основным полотном. Вот такой вот кардиганчик получился. Всем большое спасибо, что заходите на канал, за то, что подписываетесь, комментируете. У кого какие будут вопросы, пожалуйста, задавайте, я обязательно отвечу. И всем всего доброго и пока!